меня было все. Теннис, 5 o'clock tea и, вероятно, шикарное международное будущее. I told them shitty guys with shitty people. И вот чемодан, аэропорт, Москва. Перемены — это всегда хорошо. Теперь самое главное — вписаться в новый коллектив. Я думаю, с этим у нас проблем не будет. Welcome home, как говорится. Любой шум, любая вонь, кол в журнал из класса вон. Привет, я Илья из Лондона. А я Ира из Строгино. Вот тебе и small talk. Короче, моя теория в том, что любой человек или предмет может одновременно быть и собой, и своей полной противоположностью. Можно все время выставлять свою жизнь на показ и при этом быть совершенно не готовым, что кто-то начнет ей по-настоящему интересоваться. Да ладно, это реально она? Не, ну жопа реально годная. Но сливать фотки в паблик... Что, не смешно вам больше, а? Мне кажется, или ты какая-то особенная сегодня? Когда все всплыло, я даже не знала, как смотреть в глаза своему отцу. Расскажешь, что важно, чтобы все это услышали. У тебя есть харизма, а у меня есть мозги. Мы делаем из этого шоу. Мы придумали шоу Late Night School, чтобы собираться здесь и говорить о проблемах наших, чтобы как-то начать друг друга понимать.